Рафаэль Шарифуллин на должности начальника исследовательской лаборатории с 2007 года, но свою жизнь с промышленным гигантом связал задолго до этого. В августе 1998 года он вступил в ряды инженеров-технологов лаборатории окиси этилена. В 2006 году я защитил диссертацию, именно работая именно в научно-технологическом центре. В 2012 году мне вручили, был лауреатом инженер года по России в номинации исследования. За годы работы ученый принимал непосредственное участие в пуске и освоении производств новых продуктов на заводах компании. Сейчас на плечах Рафаэля лежит большая ответственность. Его деятельность направлена на организацию и выполнение работ по совершенствованию технологий получения окиси этилена, пропилена и других продуктов компании. Когда мы начинаем работать с новыми веществами, в первую очередь, естественно, мы смотрим, что это за вещества, как воздействие их, и осваиваем методику их работы, начиная, можно сказать, с инженерами вместе со мной. То есть бывают нюансы, которые не всегда можно учесть, но максимально мы разрабатываем безопасные методы работы и после этого начинаем работать. Результаты научной деятельности Рафаэля Шарифуллина представлены в открытой печати в 64 публикациях, в том числе в 23 статьях в научных журналах и в 10 патентах. Несмотря на свой плотный график, кандидат технических наук принимает участие и в научно-практических конференциях. За время работы он проявил себя грамотным специалистом и умелым организатором и пользуется большим уважением в коллективе. Рафаэль Шарифуллин включен в список кадрового резерва Нижнекамскнефтехима, а это значит, что впереди его ждет большая и очень ответственная работа. Кирилл Темников, Марина Чернышкова, N-Media.